Приветствую вас на канале Стереофокс. Я хотел показать небольшой обзорчик палатки Томшу для выходов на природу, для того, чтобы брать ее с собой на рыбалку, складывать вещи, небольшой скраб рыболовный, защитить от палящего солнца прикормку, насадку, червя, опарыша и так далее и тому подобное, для того, чтобы убрать вещи. То есть на день, на небольшой выход, там взять с собой ребенка, для того, чтобы спрятать его в тень, ну, от палящего солнца, ну или от небольшого дождя. Сейчас в дальнейшем я вам покажу, что она из себя представляет. Параметры палатки я вставлю вниз в описание под видео, размеры, вес и так далее и тому подобное. Палатка очень маленькая, аккуратная. Представляет она себе вот такой чехольчик небольшой, очень легкая. Производитель пишет, что она весит килограмм. Ну, у меня так закрадут сомнения, чуть больше килограмма. Ну, для дневного выхода, я думаю, она подойдет. Ну, посмотрим, что она из себя представляет. Я сам ее только приобрел недавно, хотел бы сам посмотреть, открыть на природе. Ну, и, соответственно, поделиться с вами. Может, кому-нибудь это в дальнейшем пригодится при выборе данного изделия. Есть такие завязочки, окошко, здесь вот можно завязать его, пропускается, все здесь собирается, завязывается, и сквозное. В комплекте также идет чехол, и идут вот такие вот колышки. Три штучки, раз, два, три. Где-то по периметру они. Раз, два, три, четыре. Ушку в четыре должно быть. У меня почему-то в комплекте попалось три. Ничего страшного, есть небольшой карманчик. Вот такой. Ну и окошко. В принципе, для вещей, для того, чтобы поставить сюда стульчик для ребенка. И столик, бросить рюкзак, в принципе, этого хватит. В рост переночевать здесь, наверное, вряд ли получится, потому что маленькая, очень и очень. Ну и на швах швы, вот они. То есть на особо сильный дождь она не рассчитана. Если будете брать, то обязательно берите с собой клеенку. Ну или тент какой-то дополнительный, потому что по шву местами она прошита очень плохо. Материал похож очень на тот, который делают плащи для дешевых зонтиков. Такой вот он. Ну, в принципе, для рыбалок чего-то спрятать сюда, в принципе, подойдет. Нашел я четвертый колышек. Все-таки их четыре, по периметру расставляются они. Материал пола очень тонкий, поэтому для укрепления также необходимо будет какие-то усиления, та же самая клеенка или тент, если вы собираетесь на долгую
рыбалку, там на ночевку или еще что-то. Я так думал, он не сильно подойдет, придется чем-то брать, усиливать. Это или каремат, или еще что-то подобное. По размеру во мне 1.73 м. Ну, более-менее относительно я здесь могу уместиться, но не более. Комфортное пребывание здесь вряд ли возможно. Для более высоких людей, я так думаю, она не подойдет. Только в качестве какого-то хранилища. Как итог сегодняшнего видео, этого обзора, хотел бы сказать то, что плюс этой палатки, это, конечно, непосредственно вес, непосредственно компактность ее использования. То есть, в принципе, для таких несложных выходов на природу, на лес, за грибами можно использовать в качестве просто лагеря для того, чтобы отдохнуть, что-то приготовить. Я думаю, она вполне подойдет. Ну и, соответственно, стоимость. Стоимость составляет 1300-2000 рублей на одном из популярнейших сайтов AliExpress. Можете заказать как на территории Российской Федерации, так и со склада в КНР, Китайской Народной Республики. Из минусов, соответственно, это качество исполнения. То есть, сами видели то, что это швы, они везде, не везде прошиты качественно. Ниток нету, но в тех местах, где он прошит, видно непосредственно отверстие, через которое вода, непосредственно какая-то влага, она будет попадать на ваше снаряжение. И для этого придется, конечно, брать для дождей непосредственно или клеенку, или какой-то тент для того, чтобы усилить ее. Эта палатка будет вам служить непосредственно как скелет, каркас для основы, для защиты вашего снаряжения. То есть в дальнейшем мне непосредственно придется брать с собой и каремат, и пленку. То есть пол слабый, палатка сама слабая, то есть в качестве скелета для наращивания на нее усиливания чего-либо. В зависимости от условий ловли, будь то ночевка какая-то непосредственно на реке или на озере, чтобы положить снаряжение, самому там покемарить часик-другой, в принципе, она подойдет. Усилить карематом, усилить пленкой, я думаю, в принципе, будет неплохо. Все, всем спасибо, надеюсь, это видео вам поможет выбрать это изделие. Вы решите для себя, это вам надо или вам это не надо. То есть решать только вам. Это видео не призывает к покупке данного изделия. Это просто для общего развития, для общего вида, понимания того, что вы приобретаете за эту сумму. Ну, в принципе, могу сказать, что за 1000 рублей, в принципе, это неплохо. То есть сейчас обычно золот стоит не дешевле, чем 1000 рублей, 700-800, ну, 1500. А за это вы приобретаете какой-никакой вид укрытия. И прежде всего, это она позиционируется как на китайском рынке, как палатка для пляжа. Все, всем спасибо за просмотр, всем всего самого наилучшего. Пока-пока.